Я говорю, что это так русский народ, так думает. Вот, но в основном есть такое. Мне хотелось бы узнать, если там сейчас идет конфликт, да, на нашей территории, это наша земля. Бывает, я слышал там, когда с Донецка выезжали люди, говорили, мы приехали в Украину. Откуда? Там 20 километров переехала, я говорю, там с Донецка, в Украину она приехала. А это наша земля, вы сюда приехали. Я говорю, мы ездим по своей территории, я хожу по своему двору. И сейчас в этом дворе, в моем доме идет война. Идет конфликт, две стороны конфликта. Нужно определиться, кто из нас кто. Кто агрессор, кто завоеватель, а кто защищает. И это вам определяться, потому что не мы депутаты. Мы хотели бы, чтобы вы услышали мнение и думку тех людей, которые там сейчас в окопах. Их семьи, которые без своих мужей, без сыновей. Тех людей, которые лишились своих родных. Что вы будете говорить им? Что они неправильно пошли, их сыновья, их отцы пошли и воевали непонятно за что? Подумайте об этом. Спасибо. Дякую. Шановні депутати, бажаю спочатку.